Ну что, закончился мой небольшой отпуск, и, ну, он был просто мне необходим, я уже говорила. Хуберт не ездил, потому что он оставался с бабушкой. Теперь едет он один, я остаюсь бабушкой. Ну, в общем, какой-то вот такой у нас расклад, но неважно. Я вернулась, и, конечно же, с находками, обновками, и еще у меня стоят коробки с находками из Германии, которые привез Хуберт. Все это будем распаковывать, только даст Бог времени, чтобы все это отснимать. Начну сначала свой показ из такого французского лимош. Это антикварный сервиз на 6 персон. Нашли, правда, такие же дополнительные чашечки, но они уже идут не с этим, не к этому сервизу, но идентичны, да, то есть родное, была одна серия, понятно. Очень тонкий фарфор и в очень хорошем состоянии. То есть вот он прям просвечивает весь. Вот такое вот клеймо, написано Лимош, инициалы. И состояние, конечно, прекрасное. В таком, знаете, японском стиле рисунок немножечко. Но состояние просто прекрасное. Нужно, конечно, только отмыть. И еще, видите, молочник очень интересный, как маленький чайничек. На самом деле, вот, ну, он идет как в форме молочника. Ну, в смысле, молочник. Я не думаю, что здесь был еще какой-то молочник, а это шло, как, может быть, для экспресса, потому что чашечки все-таки здесь чайные, то есть для чая. Многие спрашивают, ну, разницу кофе для чая. Для кофейной чашки, смотрите, они, вот как в этом сервизе прекрасном, антикварном, они более вот вытянутые, да, как бокальчиком, тут кофейные чашечки. Вот, а чтобы кофе быстро не остывал. А чай почему-то принято пить прохладным. Вот как-то так. И чашечки пологие вот для чая. Хотя я люблю пить прям крутой кипяток чая. И я большая поклонница чая. Но отступились от темы, друзья. Конечно же, много съемок из Парижа. И сделаю, наверное, либо отдельное видео, либо вставлю вот сюда фотографии, либо короткие видео. Посмотрим, как пойдет, как монтируется видео. Но я думаю, что это видео будет большим, и поэтому здесь вставки из Парижа будут неуместны. Так, значит, что входит в этот сервиз? 6 чайных двоек. Большая сахарница, прям такая достаточно большая, наверное, 0,5 вместимость у нее. И большой кофейник. И обратите внимание, такое впечатление, когда наносилось золото, он как будто бы прям вот растекается. Знаете, когда вот попадает вода на краску, и он по бумаге, акварель, она начинает вот во все щели вот эти волосками просасываться, проникать. И также вот здесь такая техника очень интересная. И смотрится, конечно, очень здорово, необычно. Ну, такая китайская, японская цветение сакуры, в моем понимании, вот этот рисунок. Больше такая тема. Хотя вот эта вот лилия королевская, она по форме никак не уходит в эту тему. Но, тем не менее, вот такой вот прекрасный сервиз. Вот этот сервиз просто вот, ну, сказка. Я его привезла, он у меня был давно куплен. И посмотрите, он без клейма, но понятно, что это, конечно, антиквариат и по форме, и по фарфору высококачественный. Фарфор очень тонкий, как папирусная бумага. И нежный-нежный рисунок, такие ромашки и клевер. А ручки, обратите внимание, какие ручки. Это не потертости, это вот такая техника была напыление золота на фарфоре, как взбрызги, понимаете, шли. Вот, давайте посмотрим кофейник. Очень-очень тонко, именно вот для кофе. Посмотрите, очень тонюсенько. Туда даже вот, наверное, даже и сантиметра нету. Вот здесь вот такая тонкая. Такое тонкое горлышко у сервиза. Ну и если бы сказать честно, я бы сказала, что это даже немецкий техника производства, да? Но так как он куплен во Франции, не знаю, хочется верить, что это французский. Так как немецких у меня очень много антикварных сервизов. И вот обратите внимание, какой прекрасный молочник. Именно не сливочник, а молочник. Такая же у нас красавица сахарница. Белоснежный фарфор, не цвет там слоновой кости, прям белоснежный. Здесь просто не хватило места, я поставила чашечки друг на друга.
такая вот лепота. Такая бомбоньерка Дрезден. Эта вещь, конечно, уникальна. Дрезденские вещи я, конечно, стараюсь оставлять всегда в своей коллекции. Но вот витрины просто полные. И вот эта бомбоньерка нашла уже свою хозяйку. Это Дрезден. Я показывала ее в Телеграм. Обратите внимание, какая красота. Естественно, ручная роспись. Вещь антикварная. Повезло так повезло. Потому что даже в Германии Дрезден встретить... Либо это большие деньги стоят, ну а если встретил по демократичной такой цене, значит тебе очень повезло. И вот такие четыре также подставочки для яиц. Это тоже Дрезден, тоже антикварные, но их всего 4 штучки. Так, далее, друзья. Огромные, наверное, миллилитров 300. Вот такая большая чашка. Прямо вот чай с молоком, знаете, как в Англии пьют. Это Франция, Лимож, и она антикварная. И у нее есть соответствующее блюдце, да, оно очень большое, наверное, 17 сантиметров. Белоснежный фарфор, очень такой тонкий. Ну и рисунок, посмотрите, какой он насыщенный, полный. Вот эта красота, я вам покажу, это знаменитая, довольно-таки достаточно известная фигурка под названием «Сплетники», то есть два достаточно пожилых господина сидят на софе, такая вот антикварная, 19 века, такая форма, ну и сплетничают, смеются, наверное, все-таки над молодыми или их мамочками подшучивают на какой-нибудь балу, я так понимаю. Или на какой-то вечеринке. Вот такая у него розочка. Я хочу просто, чтобы вы увидели детально, как прописана эта фигурка. Посмотрите. Каждая морщинка у глаз, у рта, мимика. Работа просто потрясающая. Единственный минус – нет пальчика указательного. Штиблеты, ну, судя, это вот по одежде, это 30-е годы, 20-30-е годы прошлого столетия. Как мне написали, это якобы Капитамонте, но это фарфор. Это не керамика, это фарфор. Замечательная работа. Так, сейчас поставим и перейдем к другому столику. Так, вот такой чайник, он тоже у меня уже мелькал и, возможно, еще стоит, не помню, на Телеграме. Посмотрите, антикварный, 19 век, он такой, знаете, прямоугольной формы. И мне очень нравится вот эта вот горловинка, голова какого-то животного. Это прям очень редко встречается. Состояние прекрасно. Есть какие-то, может быть, легкие потертости рисунок. Видите, вот здесь вот какой-то был соответствующий вот рисунок, как на крышечке, как, вернее, на чайнике, но он чуть-чуть потерт. В основном прям состояние очень хорошее. Ну, сейчас сниму вам вещь, которая, ну, просто фантастическая, королевская. Все это ручная роспись. А вот каждый штришок... кисточки, вот это вот золото, оно прощупывается, это золото именно. Рисунок сам, все это прекрасно видно, что это ручная работа. Очень красивые ножки, ручки, происходящие, прям соединено все это в одно целое, как будто бы это ветки старого плюща. Да, вот он, конечно, террина, это просто роскошно. Она огромная. Само блюдо 45 сантиметров. А террина, ну, наверное, 40 точно, если вот от ручки до ручки. Ну, может быть, 38. Обратите внимание, какой букет. Ручка в виде букета из фруктов. Это виноградная лоза, либо это плющ, такая тыквочка. Нет, это кабачки, скорее всего. Видите, вот разные формы тыквочек или кабачков. Вот видите, вот прям покрытый золотом. Состояние прекрасное.
Если вы только знали, как и мы его везли. Конечно, это было очень сложно. Боялись, то есть вещи вытащили. И, конечно, он у нас в почетном, самом плотном чемодане ехал. Но, слава богу, все обошлось, все дошло хорошо. Вещь прекрасная. Это у нас Самсон или Север. Я еще хорошо не разобралась. Начало 20 века. Красота. Клеймо есть. И далее такая тоже замечательная вещь. Обратите внимание, ручная роспись. Это Картиш и Дрезденская роспись. Обратите внимание, какая это красота. Тоже 19 век. Далее вот такая малепусенькая чашечка Мока, наверное, 30 миллилитров, в очень хорошем состоянии. Так, ну еще раз сниму, еще сниму вам один сервиз, который это уже не мой, то есть он нашел свою хозяйку, мы его купили у Гладстона, и я просто его сниму, покажу, какой он прекрасный. Это Лимож Франция. Он, по-моему, на 10 персон. Я не стала все выкладывать. Тонюсенький, прям вот папирусная бумага просто. Это 19 век фарфор. Очень тонкая. Посмотрите, чашечки квадратной формы. Прям страшно ставить. Очень красивые ручки. Видите, техника напыления. Взбрызги золота. Вот. И такая же красивая. Такой же красивый ансамбль из... Это сахарница, прям такая огромная. Мне кажется, конечно, это был большой сервиз, потому что чашечек осталось очень много. Наверное, 10 или 12. Не пересчитывала. Достала просто необходимые вещи. Крышка сделана в форме, видите, такой лилии, либо вьюнка. Ну, в общем, очень интересное решение. И ручка, как будто бы смятая бумага. Вы знаете, форму прям вот как будто смяли ее фарфор. Или бумагу. И вот она так и застыла в этой форме. Замечательный сервиз. Конечно, его сразу подоприметили и купили. Друзья, сегодня видео небольшое. Сейчас ставлю сюда еще видео из похода по барахолке из Парижа. И потом уже начнем наши распаковки. Всем мира и добра. Пока-пока. Делаю свои выставления. Да. Смотрите, какая красота. Какие подсвечники роскошные. Да, правда вообще. Латунь. Что, вот это красиво, да, бензиновая пленка? Угу. Вот это. Это супер вообще. Как это называется? Да. Она, господи, фруктовница. Очень много русскоговорящих. Меньше нет? Я даже просто веду, но это на видео что-то кладет. Алфавиты желтые. Красивый, кстати. С
скамей, да? Влад, сними вот эти вазы, кстати. Это черепашья, под черепашьей панцирь. Вот это красиво. Спроси, да, она сколько какая-то тоже. Вся попоцанная, вы тут видите? Все равно спроси. Спроси. Подожди-ка, детка. Интересно, а почему вот эти вот белые? Ой, вау, какая еще. А что это под серпат? Ну. Скол где? Ладно, тут иногда что-то мне попадается. Красивый комод такой, да? Комод вообще как. А вот тот комод, посмотрите, какой. Лолик, наверное. Ну-ка, сейчас это получше опять вот. Нет? Ну-ка. Это лолик, кстати. Это лолик, да. Это вот их техника, да? Кстати, они это дорогие. Это лолик? C'est un lolic, je ne mets pas là. Non, je plaisante, c'est pas à moi, c'est au monsieur. Je vais regarder si c'est un lolic. Ah, okay. Ok. Non, je ne crois pas que c'est un lolic. Вот это где Влад уже? Перламутров, да. Да, конечно, барахолки во Франции отличаются от наших бедных. Да, видел. Это круассаны. Техника. А, нет, это нет. Вот это техника круассаны. Красивая. Mais embête les autres, il y a 400 exposants. Quand l'audi. Non, mais tu sais, moi j'ai un caractère. J'aime pas qu'on m'embête. C'est comme ça, mais je sais, mais. D'accord. Влад, скажи, да? Лимош. Нет, у меня сервизов очень много уже. Марина, может? У меня много сервизов. Сейчас я украшения еще посмотрю. А туда можно пройти еще, да? Ага. Влад?
Amitié, friendship. C'est combien ça? 1 euro. C'est quoi? 3 euros. You said 2. Non, non, 3. Ça et ça, 3 euros. Laisse tomber, c'est une belle aquarelle, je le garde. Non, c'est pas grave, on n'est pas en colère, allez. On met plus les produits, madame. Le verre est tombé en bas. Merde.